А вы знаете, за что вас остановил инспектор? Да, за езду побочную. Ну и как же, вы так сознательно, что ли? Ну, можно сказать, да, но я очень, очень тороплюсь. Я опаздываю просто на работу. Виноват, сказал. Аварийка была. После аварийки хотел заехать, но не видел, заметил. Неисправна была машина. Передо мной ехали, я тоже ехал, да? Это, махнули палочку, я свернул на бочку. Так, а до того? А до того нет. Он обстоятельства. Понимаете, вот я повернул и еду, и как я перестроюсь? Никто не пускает, вот я перестроюсь и все. Я по обочине не ехал. Что заставило ехать по обочине? Это, я сказал, не сюда. По обочине почему? Быстро, надо торопиться, заказ.